Всем, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Что, пора кушать малышам? А что у нас сегодня малышам? Малышам сегодня отварные желудочки и отварная печеночка, да? Все довольны? Или кто-то выпендриваться будет? Раз блюдо. Так, давай, давай, давай. Сейчас я вот сюда подальше вам поставлю. Два блюда. Вот, тут уже кушают. Так. Тут тоже уже начали кушать. И три. Бусюсик, подходи. Подходи, подходи, миленький. Подходи к общим мискам. Подходи, золотой. Ну, ты где у меня? Бусенок. Так подходи, миленький. Давай я тебя поставлю один. Лялюшка, подожди. Солнышко, ты со всеми покушаешь. А пенсионер у нас что-то застеснялся сегодня. Что это пенсионер застеснялся? Говорит, не хочу я к ним идти. Я хочу один кушать. Уединенно. А эти молодцы все вместе кушают и никого не слушают, да? Вот Доня сегодня даже не выпендривается. А то у нас Донночка Фестледичка очень любит это дело. Повыеживаться, повыпендриваться, да? Дудонька. Вот эти молодцы. Лялюшка, а ты что зависла у нас? Не знаешь, к какой миске подойти, к этой или к этой? Лялюшка насчет еды не скромна. Что-то просто задумалась она, да? Чайхунчик, а ты у Буси хочешь попробовать? То же самое, я тебя уверяю, миленький. Я тебя уверяю. Честно, 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 золотой. Проверить, конечно, можешь, но то же самое. Ну, главное, мать кормящая кушает. Она же все-таки еще до сих пор кормит своих маленьких спиногрызиков таких колесеньких. Они ее прямо за тики хватают и говорят, мамка, давай молока. Дай нам, мама, молоко. Твое молоко вкуснее. Да? Вкусненько, Буся? Куси-куси, никого не слушай. Вот. Колёчки такие. Раньше ставила им отдельные мисочки. Но возни гораздо больше, а кушают они дружно. Не кусаются, не грызутся. Поэтому ставлю 3-4 тарелочки побольше. Буся вот иногда не хочет со всеми кушать, стесняется. Он причем стесняется именно, стесняшка такой. И так, то есть, и потом возни меньше, и убирать меньше, потому что все равно кушают, крошат, надо достать. Да? Феечка любит побольше кусочек найти, утащить куда-нибудь в нору, да? Феенка тоже думает, что у него вкуснее. Тебя уверяю, тоже все самое. У вас у всех все одинаково. Но, скажи, проверить надо. Доверяй, но проверяй. А вдруг кому что положили вкусненькое? Ну и мы всем тоже желаем всего самого вкусного, отличного настроения и замечательного-замечательного денечка.